Утро доброе! В студии Кирилл Уржумцев. И знаете, я вот недавно осознал, что весна-то уже на пороге, и пора свое тело приводить в форму. И здесь есть два пути. Либо покупать абонемент в тренажерный зал, либо снижать калорийность своего рациона. И сегодня мы вместе с вами узнаем о новом продукте, который поможет немножечко похудеть. И это филе индейки с прованскими травами от компании Radical Bass. Благодаря низкой калорийности, а для индейки это всего 100 килокалорий на 100 грамм, продукт великолепно подходит для всех, кто сидит на правильном питании. А также благодаря вакуумной упаковке продукт отлично хранится до полугода в обычном холодильнике. При этом в составе отсутствуют консерванты и прочая химия. Поэтому мы смело можем кормить даже самых маленьких членов семьи. Самую вкусную куриную грудку и филе индейки от Radical Bass вы можете приобрести в магазинах Самбери, Раз-два, Пеликан, Реми и НК-Сити. Сегодня я приготовлю легкий диетический салатик, и продукты для него будут следующими. Конечно же, салатная смесь, сыр фета, болгарский перец, также помидоры черри, горсть маслин, ну и не забуду про мои любимые приправы, это прованские травы и, конечно же, соль. Сперва крупным кубиком нарежу филе индейки, а далее подготовлю все продукты для салата. Теперь перехожу к помидорам черри. Их я разрезаю на четвертинки. Ну, я думаю, что где-то 8-10 помидоров черри на это количество салата мне будет более чем достаточно. Помидоры порезаны, пришло время маслин. Маслины я буду разрезать пополам. Они придадут такую пикантность нашему салату. Мне остается только порезать сыр фета, его я буду нарезать также крупным кубиком. Ну и все, все максимально просто и самое главное полезно. Перехожу к сборке салата. Салатная смесь уже на тарелке. Сейчас добавляю индейку с прованскими травами по технологии сувид. Теперь отправляю горсточку болгарского перца. Не забываю про сыр фета, также не забываю про маслины. Ну и конечно же помидоры черри, куда без них. Вот так, немного прованских трав, ну и, конечно же, посолить его. Диетический салат готов. Посмотрите, какой яркий и ароматный он получился. Ну а пожелание на день сегодня будет таким. Желаю вам блистать, дарить улыбки прохожим и просто радоваться каждому дню. Тем более с таким салатом это проще простого. Завтрак готов, приятного аппетита, до скорых встреч на губернии, пока!